Россия готовит новые предложения по урегулированию в Сирии. Они будут представлены на встрече международной группы поддержки этой страны, которая пройдет в Мюнхене в четверг. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Виталий Чуркин после закрытой встречи Совета Безопасности. На ней в режиме видеосвязи выступил спецпосланник генсека организации Стаффан де Мистура. Он проинформировал о межсирийских консультациях, приостановленных в Женеве. Новый раунд, напомню, назначен на 25 февраля. После заседания Чуркин еще раз обозначил, что нужно сделать, чтобы добиться перемирия в Сирии. То, что касается прекращения огня, конечно, очень важный фактор – это турецко-сирийская граница, через которую проходят поставки, контрабанда, подпитывающие террористические и прочие группировки. Так что тем, кто говорит о необходимости прекращения огня, и мы, собственно говоря, поддерживаем необходимость этого разговора, необходимо обратить внимание на эту сторону дела. Необходимо предпринять шаги к закрытию турецко-сирийской границы.